Вы на моем канале Тина Кэт. И сегодня мы будем попробуем увеличить вот эту вот маленькую розочку в 10 раз больше. Вот. Из гофрированной бумаги. А лепесточки вот такие. И вот такие. Огромные. Очень огромные. Что надо делать? Надо делать лепесточек. Сейчас я покажу, как сделать этот и этот лепесточек. Маленький и большой лепесточек. Для маленького лепесточка нужно или 10, или 11 сантиметров. Я 11 сантиметров. Не знаю почему. Ну ладно. Зачем? Зачем? И теперь надо одной вот такой вот полосочки, большой полосочки, получится всего лишь два лепесточка. Слишком мало лепесточков из большого отрезка бумаги. А, точно. Слаживаем пополам. Еще раз пополам. Вот. Сложили. Было так. Стало вот так. И теперь надо еще пополам. Ага. И теперь делаем из вот этого вот лепесточек. Делаем маленькую, большую капельку. Ну, такие вот капельки у нас получились. А для большого вот такого вот нужно 20 сантиметров. Тут косячит. Ладно. И вот такой вот маленький кусочек бумаги у нас получился. Очень маленький кусочек бумаги. И таким же образом сгинаем.
И еще раз пополам. Теперь надо, чтобы получилась не вот такая вот капелька, а сердечку. Вырезаем половинку сердечка. Вот такие вот два сердечка у нас получились. Хорошо. Теперь будем делать лепестки. Мы и так делаем лепестки. Будем закруглять лепестки. Во! Нам понадобится тот же самый карандаш и лепесток. Мы его просто-напросто закругляем. Что на меня рычишь? Завиваем локоны сердечку. Вот так вот. И теперь просто-напросто берем и растягиваем. У таких вот больших лепестков надо 14 штук. 13 уже есть. Нужно еще доделать 14. Вот таких лепестков надо сделать 6 штук. И точно так же закругляю. И чтобы он был более закруглен, вот так вот. А не вот так вот, просто пружинкой. Я взяла вот эту штуку, пшикалку, и закрутила. Оп. И оп. И она закрутилась. И точно так же растягиваем. Вот лепесточек у нас получился. И еще один точно такой же. Но я его потом сделаю. Теперь нужно сделать листик. Листик. И мы его делаем точно так же, как и вот эти вот листики на маленьком. Только тут сантиметров 8 я использовала. 8 на 8 делала. К
квадратик. А тут 15 на 15. Вроде бы. Да, 15 на 15. И отражаем. Теперь нужно этот листочек, этот квадратик напополам разрезать. Вот так вот. И нужно, чтобы вот эти, ну, было вот так. И надо перевернуть вот так, чтобы вот эти вот полосочки, которые вот здесь, чтобы они были вверх, а не просто-напросто вот так вот. Для листочка я использую проволоку сколько? 20 сантиметров. 21 сантиметр. 20 сантиметров и 5 миллиметров. Вот. И теперь надо склеивать. Я решила снизу. Палец обожгла. Пальцы. Просто лету не предлагаются перчатки. Болит. Ладно. Ну. А. Продолжаем клеить. Ой, тут пленочка. Так, это не по плану. Этого не должно быть.
пальцы не прижать. Может, тебе перчатки дать? Нет. Не надо. Перчатками еще хуже будет. Сложнее. Все-таки этот пистолет хуже, чем тот. Слишком маленький шнур. И поэтому он меня тупит. Что, приклеила? И теперь будем формировать лепесточек. Это лишнее. По-моему, у него деформация. Сойдет. И теперь вот так вот растягиваем, чтобы получились складочки. Получился вот такой вот лепесточек. Ой, тут транзиции. Слишком огромное. По-моему, мне как-то кажется, то, что эта розочка будет больше моей головы. Будет. Теперь надо приклеить. Так, это последнее. Вот это вот приклеивать вот этому вот. Где-то вот так вот. Это сколько оно у меня сантиметров? Мне интересно. 50 сантиметров проволоки. Ничего страшного.
теперь надо... Надо клеить вот это вот. И всё. Вот так вот. Пометим. По-моему, я слишком длинно сделал. Тихо. Я уже попалась на такой. Мне нужна палочка. Слушайте, они так гнутся. Теперь надо что-то сделать. По-моему, я посушила. Ладно. Как-нибудь приклеиваем. Мне казалось, то, что это легче. Главное не обжечься. Сюда прилипло. Не очень аккуратно, но ладно. Первый раз все-таки делаю большую розочку. Первый и последний раз, наверное. Теперь приклеиваем еще одну. Хомяки решили испортить видео. Горячо.
Ненадолго хватило этой палочки, которая была. Он прилип. Он отлип. Вот так. Ну, уже что-то получается. Только это не точно. Трещит. Вот так. И теперь надо еще 4 таких штучек. Теперь красный. Надо было делать только из бордового. Тихо, не капай. Не капай. Капай туда. Туда не надо капать. Капец. Я уже разговариваю с пистолетом. Я решила это делать, эту розочку. Лучше бы 1 000 000 маленьких розочек сделала.
О. Четвертый лепесточек. Не падай. Мне кажется, это долгое мучение будет. И хорошо, что мы запаслись этими палочками. Как раз таки на 6 лепесточков почти закончился палочка. И он уже сгинается. Так, теперь надо придумать, как вот это вот прицепить к вот этому вот. Вот так вот. Батончик. Как-нибудь. Пойдет. Надо было, чтобы было вот так вот. Ну ладно, так тоже сойдет. Это надо 14 лепестков приклеить. Почему их так много? Почему он такой большой? Надо было ниже. Ну ладно. С этого начнем, чтобы он тынь 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 тынь
и раскрылся. Все бордовые лепесточки я уже приклеила. Это уже 6 лепестков я сделала. Надо еще 8. Вот.
Ну, такая розочка получилась. Вот такая вот розочка. Мы замотали ее изолентой. И теперь вот такие вот зеленые лепесточки надо приклеить. Вот так вот. Теперь надо приклеить вот эти вот лепесточки. Листики. Изоленты перемотать. Надо. Такая огромная розочка у меня получилась. Я говорила, больше головы будет.
Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем до новых встреч! Пока-пока!